Совместный контроль на Приднестровском участке молдавско-украинской границы будет расширен еще на два КПП – дорожный Гаянулноу-Платаново и железнодорожный Новосавицкая-Кучурган. На обоих пунктах пропуска совместный контроль будет осуществляться на территории Украины в соответствии с принципом «одна остановка – одно окно». Это упростит передвижение людей, товаров и транспортных средств. Помимо улучшения условий пересечения государственной границы, будут оптимизированы импортно-экспортные операции и обмен информацией между сторонами. Это также повысит безопасность госграницы путем более эффективного противодействия трансграничной преступности. В этой связи премьер-министр Павел Филипп призвал таможенную службу и пограничную полицию обеспечить до конца исполнения полномочий правительства совместный контроль и на других пунктах пропуска, особенно на Приднестровском участке. Пусть мы будем уверены, что и эта граница контролируется с точки зрения перехода людей, транспортных средств и товаров, а также уверены, что Республика Молдова контролирует все, что въезжает или выезжает на этом участке границы, сказал премьер. Совместный контроль на Приднестровском участке молдавско-украинской границы стал возможен после подписания 6 октября 2017 года двустороннего соглашения о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов на общих пограничных КПП. Документ вступает в силу 25 мая. В настоящее время совместный контроль применяется в 6 пограничных пунктах перехода молдавско-украинской границы, в том числе на Приднестровском участке, на КПП Первомайск-Кучурган. Молдова и Украина имеют 67 общих пунктов перехода границы, из которых 25 находятся на Приднестровском участке.